Приветствую всех, с вами Ольга и проект Elite Infobiz. Этот обзор я сделаю на выплаты по совету финансового эксперта Павла Светлова. Мы переходим на его блог. Здесь он пишет, что жители России, Украины и некоторых стран СНГ смогут получить $1400 по программе стимулирования экономики уже сегодня. Сам Павел Светлов, эксперт в разделе финансовой грамотности, сертифицированный специалист раздела информационных систем, эксперт в теме финансы и информатика. И на сайте, как он утверждает, с 25 августа 2017 года. Здесь он подготовил видео, как получить $1400 по программе стимулирования экономики. Также есть комментарии тех людей, которые получили данную выплату. Мы перейдем на сайт из видео. С середины марта 2021 года запускается процесс международных платежей, который предполагает следующие платежи. 1400 – это индивидуальная выплата, $2800 – это семейное пособие только для жителей США и от $5000 до $10000 – организация на усмотрение экспертной комиссии. Далее нам нужно ознакомиться с примечаниями и рекомендациями. Мы можем ознакомиться со всеми критериями программы в соответствующем разделе, подать заявку, срок принятия решения от 2 минут. Заявителем также может быть дееспособный гражданин старше 16 лет, и заявитель имеет право выступать от имени всей семьи и каждого из членов в отдельности. Мы выбираем здесь пользовательская форма, и нам нужно будет заполнить эту форму. Здесь нас просят указать фамилию, имя, отчество. Мы берем рандомный набор букв. Также укажем дату рождения и указать нужно SSN. Нам для того, чтобы его указать, сначала нужно нажать на клавишу «Узнать». Узнать мы можем онлайн с помощью банковской карты. Чтобы узнать SSN, нужно ввести номер банковской карты в поле ниже. И система автоматически отправит запрос в банк-эмитент карты и получит ваш текущий SSN. Вместо номера карты мы укажем 16 цифр. И вот нам прислали наш номер. Кликаем теперь «Подать заявление». У нас идет регистрация этого заявления, проверка данных. У нас одобрена теперь выплата в размере $1400. Этот платеж является единовременным. Нам нужно теперь выбрать способ выплаты. Прямая выплата, срок исполнения 1-5 минут, доступна для стран США, Канады и другие. Мы не подходим под страны, которым это доступно. Банковский чек. Здесь мы тоже не можем выбрать, это только для США. Выбираем второй способ. Теперь нам нужно ввести свои данные для получения платежа. Нам нужно будет указать номер нашей карты. Опять указываем 16 любых цифр. И кликаем «Продолжить». У нас теперь идет регистрация выплаты и расчет стоимости международного перевода. Кстати, я также проверила домен данного сайта. И он зарегистрирован 5 апреля 2021 года. А Павел утверждает, что он находится на сайте 2017 года. Также домен сайта и домен блога являются одинаковыми. К чему мы теперь подошли? Нам нужно выбрать тип перевода. Есть два типа – стандартный и плюс. Стандартный международный перевод – это зачисление в банк получателя. В среднем это занимает от 30 до 2 часов. Стоимость услуги – $4.99. И ускоренный. Занимает от 1 до 15 минут. Стоимость этой услуги $8.99. Кликаем «Завершить перевод». И нам нужно будет оплатить 375 рублей банковской картой или Яндекс.Деньги. Конечно, оплачивать мы ничего не будем, потому что данный сайт мошеннический. За данным платежом будет также целая цепочка платежей. Мошенники узнают реквизиты вашей платежной системы и будут уже пользоваться вашими денежными средствами. Поэтому Elite Infobiz не рекомендует данный влог эксперта Павла Светлова. Если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе последних обзоров. Присылайте проекты, которые вы хотели бы проверить. Мы обязательно все протестируем. С вами была Ольга, проект Elite Infobiz. Всем пока!